Доброго и ясного дня вам, дорогие друзья! С вами солнечная и светлая программа «Куншуах» на телеканале «Акжаик». Сегодня 12 августа, среда, Международный день молодежи. Хотим пожелать вам в этот день, чтобы сердцем вы не старели, чтобы вы жили полной, насыщенной жизнью. Сегодня мы с вами поговорим о спорте и здоровом образе жизни, который поможет сохранить молодость не только в душе. Поэтому оставайтесь с нами на нашем канале. Как обычно, прямо сейчас мы послушаем с вами музыкальную композицию, а далее мы продолжим нашу программу. Добрый день всем тем, кто к нам только подключился, а мы продолжаем нашу информативно-познавательную программу «Куншуах» на телеканале «Акжаик». Известно, что каждое воскресенье августа в стране празднуется праздник работников физической культуры, День спорта. В этом году этот праздник выпадает на 16 августа. И этот день – повод для того, чтобы чествовать профессиональных спортсменов, чемпионов, паралимпийцев, а также возможность
прививать молодежь к активному, здоровому образу жизни. И в честь этого праздника мы пригласили в нашу студию спортсменов, ветерана спорта. Сегодня у нас в гостях Виталий Вячеславович Мазуренко, заведующий отделом спорта и физической культуры областного центра детско-юношеского туризма и экологии, и Сергей Николаевич Антонов, тренер по лыжным гонкам, ветеран велоспорта. Здравствуйте, уважаемые гости! Здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в студии телеканала «Ак-Жаик». Также хочу поздравить вас с наступающим праздником, с Днем спорта. Спасибо. Угу. Спасибо. Но перед тем, как мы перейдем к нашей беседе, я бы хотела напомнить нашим телезрителям. Уважаемые телезрители, как обычно, сегодня мы работаем в прямом эфире, а это значит, что если у вас появятся свои вопросы касательно нашей темы или вы хотите оставить свои пожелания, комментарии, то мы будем рады вас услышать. Для этого вам необходимо позвонить на номер 28 58 69 или оставить свои сообщения на номер WhatsApp 837-264-15. И первый вопрос, уважаемые гости, так как наступает ваш праздник, День спорта, возможно, вы вспомните о своей спортивной, тренерской карьере. Расскажите об этом. Да, безусловно. Так получилось, что вот у меня в спорте сложилось, что там большие там нагрузки, и я рано закончил спорт. Приехал домой с Москвы. И что делать? Ну, пошел работать тренером, даже не имея образования высшего. Я начал работать тренерскую карьеру, но был играющим тренером. Сейчас вот ряд взрослых людей, уже мужчин, которые у меня занимались, получилось так, что я их набрал и начал с ними сам тренироваться. Ну, представьте, тренировка утром, тренировка вечером. Вот. Транспорта не было, я на велосипеде с одними, с другими. И получилось в первом сезоне, я лучше подготовился там, чем мои спортсмены сами. Вот так складывалось. Мы на молодежных играх, первые молодежные игры в Чимкенте, там выступали, командная гонка на 75 километров. У меня бедные за мной просто приехали. Даже там без смены, просто ребята за мной сидели. Такие, как Михаил Марченко, там у нас кто же еще был, там Сергей Давыдов. Ну, то есть вот эти ребята, там, 70-го года рождения, они только на 3 года меня моложе, но я уже был тренером, а они спортсменами. Ну, вот так мы выступали. Потом в дальнейшем уже началось как-то более развитие. У нас был спад велоспорта, потом опять развитие поступило, так пошло хорошее. Там приобрели хорошие велосипеды, приобрели мотоциклы тогда в то время. Сейчас машина нужна тренеру, да, ну, для безопасности и прочего. А раньше мотоцикл был, сел на мотоцикл и поехал за ними там сопровождать спортсменов на тренировки и на соревнования. Ну, вот такие моменты были жизненные, да. Ну, и потом тренерская работа пошла, закрутила. Мне это очень нравится. До сих пор я не работаю сейчас тренером, но тренерская работа – это самое красивое, что может чувствовать взрослый человек, да, там, готовя там, именно там, спортсмена к определенным соревнованиям. То есть у спортсмена максимум может быть там 2 ответственных старта в году, хотя вообще так считается 1 в 4-летие, это Олимпийские игры, или там раз в 2 года чемпионат мира и так далее, кубки. То есть ты работаешь и видишь свою работу, и если ты хороший тренер, то у тебя и хорошие результаты, и олимпийцы, и призеры, там, скажем, чемпионатов мира. Азиатские игры, вот как у Сергея Николаевича, да, он, наверное, там сбился со счета медалей Азии, там, чемпионатов и азиатских игр. Ну, то есть это очень плодотворная, красивая работа. Если ты это знаешь, работу, то ты с удовольствием работаешь. Спасибо, Виталий Вячеславович. Сергей Николаевич, вам слово. Ну, сам я из спортивной семьи, и мой отец до сих пор тоже в спорте. Всю жизнь в футболе, Николай Кимович Антонов. Вот наш известный пропагандист спорта, здорового образа жизни. Поэтому, когда я родился, над моей кроватью уже бутсы повесили футбольные. Он мечтал из меня сделать футболиста великого. Вот. Ну, так получилось, что в 1976 году, посмотрев Олимпийские игры с известным нашим лыжником в эстафете Иваном Гараниным, когда они отрывались там ботинки ботинки, лыжи меняли там. Он как с 6-го места вывел сборную СССР на 3-е на Олимпийских играх. Это были Олимпийские игры в Инсбруке 1976 года. И вот смотря прямую трансляцию, как бы,
так я загорелся лыжным спортом, что практически с этого времени и по сей день я в нем и нахожусь. Самое удивительное, что буквально через 4 года я был в первом наборе у этого великого нашего лыжника. Он был уже перешел на тренерскую деятельность, а я был уже у него в группе. И вот так потихоньку все это пошло. Сам, к сожалению, я как лыжник не очень добился высоких результатов. Ну, был кандидатом, занимал там 5-е и 6-е места в Казахстане. Был не раз на ЦСЕ «Буревестника» 3-й. Ну, опять же, как Виталий Вячеславович, делали очень много, и молодые организмы не справлялись с нагрузками. И так получилось, что после праздника Севера тоже получил перенапряжение. И так с большим спортом потихонечку надо было заканчивать. Было обидно, что после 20 лет как бы так можно долго бегать, а лыжные все циклические виды спорта позволяют очень долго заниматься, если тебе идет. Опять же, на примере моей супруги до 40 лет практически занималась лыжным спортом. И поэтому вот лыжник, как лыжник у меня, в лыжах я 43 года стажа, а тренерского у меня 33 года стажа тренером. Прошел путь от старшего тренера сборной до тренера сборной Казахстана, женской команды, юниорской занимался. Но в 2010 году так получилось, что здесь мы немножко с руководством у нас были непонятные моменты, и мы уехали в Россию, и уже 8 лет мы с супругой работаем в Москве, в училище Олимпийского резерва, номер 2, там, где вот Вячеслав... Виталий. Да, Виталий Вячеславович тоже начинал свою велосипедную карьеру. Расскажите о карьере велоспорта. Мы знаем, что вы ветеран. Ну, велоспорт, в этом спорте. Велоспорт для меня сопутствующее звено. Вот это все благодаря, наверное, Виталию Вячеславовичу. Он сначала супругу после окончания перевел на велоспорт. И она ездила на 2 чемпионата мира по велоспорту, на азиатские игры. Чемпионат Азии. И чемпионат Азии она ездила, да. Помню один случай, что даже не было колеса там перед ним. Я все бросил и в Таиланд улетел, везя это колесо зимой, чтобы она там нормально выступала. Да, ну вот такие курьезные случаи сейчас рассматриваю. А сам я... Дело в том, что мы живем рядом у меня в училище Олимпийского резерва. Рядом живут олимпийские чемпионы, чемпионы мира по велоспорту России. И рядом у нас база, рядом у нас хранилище, рядом тренировки проходят. И так подспутно. Раньше я любил смотреть велоспорт по телевизору, потом потихонечку сам сел, освоил его. Вот. И уже, наверное, 4-й или 5-й год я сижу на велосипеде рядом с ветеранами. Да? Да. И в том году я даже занял 2-е и 3-е место на первенстве России среди ветеранов на Олимпийской трассе в Крылатском. Но вы не тренируете, да? Я нет, не тренирую, да, и даже не консультирую, потому что я могу только в том виде, в котором я досконально развиваюсь, а это лыжный спорт. То есть это только для себя, да? Это только для себя, да. Тоже могу объяснить, что столько лет в лыжном спорте, ну, тоже, знаете, иногда сложно, иногда перестроиться, и тяжелый вид спорта, ведь надо там и руками, и ногами махать, из горы на гору бегать, а тут и даже под спуск надо уметь все это делать. Очень тяжело нагрузка на организм. Лошадиным видом спорта всю жизнь звали лыжный спорт за его тяжелое воздействие на организм. И поэтому велосипед попроще для нас. Вот. Поэтому мы с женой вместо лыж все свободное время, ну, катаемся на велосипедах. Как в Москве, на Крылатских холмах, там и сюда приезжаем с велосипедами. Тут участвуем в ветеранских иногда соревнованиях. Вот. Это вот такое отношение к велоспорту, а так мы в лыжах, в лыжных гонках, как я уже сказал. Главная моя заслуга в том, что супруга прошла 5 Олимпийских игр. А есть достижения? Достижения у нее, она двукратная азиатская чемпионка, а на Олимпийских играх самое ближайшее было 11-е место у них. И прошла 10 чемпионатов мира всего. Самый ближайший результат, это было 4-е место. Вот, поэтому, ну,
На следующих Олимпийских играх планирует она выступать? Нет, возраст уже, ей уже почти полвека. Да, да. На следующий год. На следующий год, просто ведет здоровый образ жизни. И мы работаем с 7 утра и до 8 вечера в Москве. Поэтому у нас растут дети. Я занимаюсь юношеским и юниорским спортом. Училище Олимпийского резерва. А вот. Учеников, спортсменов готовите да, на следующий да, Олимпийский? У меня на данный период две девочки в сборной России по юниорском составе. Вот позавчера сопутствующая одна из них выиграла чемпионат России на лыжероллерах, вот, дистанционную гонку. Ну а так группа 7 человек, и мы готовимся. За эти 8 лет было подготовлено 8 мастеров спорта России, 7 победителей России было, ну в различных. Вот девочка в этом году спартакиаду школьников России выиграла. Так что вот мы так работаем и действуем, но пока в Москве. Хотя паспорта у нас казахстанские, мы казахстанцы, мы душой малейшей возможности сюда приезжаем. Вот. Планируете ли вы здесь развивать спорт? Вот это отдельная тема для разговора, может быть, мы ее затронем сегодня. Планирую. Всегда, конечно, сердце щемит, потому что тут столько лет отработать, вынуждено уехать, и смотря, как сейчас все это обстоит, то, конечно, сердце крови обливается. И хотелось бы, конечно, помочь здесь региону, да и Казахстану, потому что когда мы работали, нас ругали то, что мы там 5-6 места в мире не можем занять, хотя мы их занимали. А сейчас, к сожалению, спорт так упал, что уже и в двадцатку не попадают практически. Вот, то есть ситуация такая складывается. Это то есть по лыжному спорту, да? Да, я имею в виду лыжный спорт. А с чем это связано, как вы считаете? Ну, это связано с тем, что, как мое мнение, прежде всего, когда не специалисты занимаются этим делом, не те люди, которые душой всецело находятся, занимаясь этим делом, то происходят такие моменты, что, ну, как сейчас модно по интернету тренироваться, посмотрел, как другие, и сам. Но, к сожалению, без доскональных знаний ничего у тебя не получится. Так и сейчас. Пришла молодежь, бывшие спортсмены к руководству. Знаний базовых нет. То есть есть свой практический опыт. И получается так, что на сегодняшний день, приходя к ним люди, они их тренируют так, как они их тренировали. Как их самих тренировали, так они их и тренируют. Ничего нового, ничего опирающего на науку. У них мало. Ну, извечная беда. Нету денег, нет условий. Как бы, ну, наверное, здесь надо начать с себя прежде всего. Виталий Вячеславович, вы как считаете? Ну, я 100% там поддерживаю. Вы понимаете, что знания, вот институт, человек учится в педагогическом институте, на спортфаке, так скажем, да, и есть такой предмет, физиология. То есть там физиология человека, физиология ребенка. И как спорт на него воздействует, об этом должен знать каждый тренер. Я не говорю функционер, там, директор, там, начальники управления и так далее. Но тренер и учитель, значит, вот там физической культуры должен это знать. Оказание первой помощи, там медицинская, то есть лечебная физкультура, массаж. То есть это все навыки, которые пригодятся в жизни и тренеру, и учителю физкультуры. И это обязательно. Сейчас немножко у нас такой, да даже, наверное, там слово немножко не скажешь, сильно мы упали в этом плане, но сейчас вот как-то что-то, семинары. Ну, семинары хорошо, нужно обучать вот этих всех молодых специалистов, которые пришли и желают работать, они должны обучаться. У нас, к сожалению, в данный момент ничего обучающегося в нашей области нет. То есть нужны семинары, нужны, чтобы приезжали какие-то ученые, ряд ученых, ряд тренеров. Вот там Сергей Николаевич, который очень большая база, да, и его слушать, не переслушать. А есть такой там физиолог Мельников, там Владимир Леонидович, да, которого тоже нужно использовать. Он действующий там спортсмен, он мастер спорта, он у нас, могу ошибаться, по-моему, международного класса, он у нас чемпион мира многократный по президентскому многоборью, так называемый в мире, называется там полиатлон. То есть он человек там пенсионер и выступает в соревнованиях. Вот такими людьми нужно там дорожить и пользоваться. Пользоваться, пускай они на этом заработают деньги, но мы
приобретем опыт, навык, ну и знания, соответственно. То есть вы считаете, не хватает высококвалифицированных, да, тренеров? Это 100%. Это 100%. Угу. Это, я думаю, там проблема всех стран и народов, не только Казахстана. Но вот в Казахстане сейчас идет тенденция, но она такая слабенькая. Вот есть Национальный научно-практический центр о физической культуре Министерства образования и науки. Они в этом году основную цель поставили на науку. И это правильно. То есть мы проводили соревнования и так далее, и так далее. Ну, а называется научно-практический, то есть наука и практика. Она должна помогать учителям физической культуры и тренерам там совершенствоваться. Потому что многого чего-то мы не знаем. Одно сказать, слава богу, что есть интернет, можно посмотреть. Но без своего личного опыта все равно ты на одном интернете никуда не уедешь. Ну, я надеюсь, я оптимист, я надеюсь, что все пойдет хорошо. Антоновых нужно возвращать. Я думаю, что Аким и все, кто с ним, кто желающие развивать спорт в нашей области, немножко подумают. Выйдут как-то, ну, это нужны деньги, да? На это нужны деньги, чтобы люди приехали, чтобы они работали. Конечно, на зарплату никто работать не будет. Нужны контракты, тренерские, хорошие контракты, чтобы тренер работал. Потому что мы за многие годы, я так думаю, да, мы покупали действующих там спортсменов у России, у кого-то еще, чтобы они за нас вступали. А мы можем готовить, это будет дольше, это будет, наверное, затратнее, но мы можем готовить своих доморощенных. Есть у нас там Катя Ларионова, призер Олимпиады. Есть там Данияр Илюсинов, олимпийский чемпион, да? Ну, есть же у нас они. Почему мы от них должны отворачиваться? Надо их опыт перенимать. Марат Илюсинов, отец там Данияра, сейчас живет в Америке. Ну, я думаю, придет время, когда они вернутся с профессионального бокса. Он, наверное, уже будет пенсионером. Я ему желаю там долго побыть. Но его опыт перенимать все равно надо. Это наш человек. И я думаю, нашей области он многое может отдать. Маншук Баданова сейчас в Алма-Ате. Но это специалист по единоборствам. Там самбистка, многократная чемпионка мира. Ну, это можно перечислять, перечислять и перечислять. Плотникова Лена уехала. Вот там стрельба из лука. Своим мужем, там, Куватов Рустам, легкий атлет, ходок, который тоже на Олимпиаде, на двух Олимпиадах был и подготовил спортсменов на две Олимпиады. Я не говорю о медалях, а подготовил. То есть человека подготовить на Олимпиаду, это большого стоит. Конечно. Поэтому вот и они уехали в Россию, да. Ну, я думаю, что придет время, когда мы развернемся лицом к спорту и поможем. Мы все, я и про себя говорю, потому что вот сейчас... Вот даже говорить так, я работаю в школьном спорте, в системе образования. У нас в системе образования нет ни стадионов, ни ФОКов, где можно проводить областные там мероприятия. Да? У нас в области нет стадиона с беговой дорожкой. Стандартного. То есть беговая дорожка должна быть 400 метров. У нас от Аяна 439 метров. Когда-то сделали с упущениями определенными и не исправили. А это уже прошло 20 лет. То есть у нас нет стадионов в области проводить соревнования. У нас легкая атлетика в загоне, у нас лыжи в загоне. Потому что там, проводя областные соревнования, приезжают там 20-30 человек. Ну, легкая атлетика можно привести слабо бегающего. А на лыжах человек должен стоять и должен как-то хоть двигаться. А это общая проблема. То есть вы уже отметили проблемы, которые мы надеемся, что в скором времени будут разрешены. Но все же, наверное, есть перспективы, какие-то есть, возможно, плюсы у нас. Какие вы можете отметить? Ух! Достижения какие вы можете отметить? Вы знаете, сейчас вот сейчас меня как человека, как специалиста именно в системе образования, меня радует футбол. Как вот... Николай Акимович, отец, да, там Сергея Николаевича, которому вот там недавно было, ему 82 года. Он активный, он живой человек, да. Я рад, что такие люди, да, они не уходят никуда. Они постоянно помогают, работают. Вот у нас есть там спортивные соревнования, там был городок, кожаный мяч по-советски, да.
и он проводится ежегодно. В этом году, к сожалению, вот с пандемией мы немножко опаздываем, но я надеюсь, что осенью мы где-то его все равно проведем как-то. У нас ребята и девчата, Балдаурен, то есть 1, 2, 3, 4 класс, чемпионы Казахстана. У нас самая слабая команда, СОШ номер 21, заняла второе место в республике. А там Подстепновская, там казахская школа, первое место. Битихская школа комплекс, где 200 там, с небольшим детей, девочки третьего класса, чемпионы Казахстана по футболу. Вы понимаете, вот у нас есть потенциал, у нас есть частные футбольные школы, где родители поддерживают детей финансово, и тренеры, которые не занимаются в футбольном клубе Ак-Жаик, тренеры, там готовят ребят, которые выигрывают там детскую лигу чемпионов, там всероссийскую. И такое у нас есть. Вот. То есть у нас есть потенциал, но к любому виду спорта нужно развернуться лицом, нужно вложить денег. Так же, как строительство дома, ты должен заложить фундамент. Фундамент спортивный, фундамент финансовый. Без этого, там, типа, а давай ты там за Родину, за Сталина. Эти времена прошли. Мы уже там шапками там никого не закидаем. Нужны хорошие вливания денег, хороший инвентарь и оборудование, очень хороший, современный. Как вот школы, да? Сейчас строят современные школы. Просто я вам пример. 46-я школа, построили шикарные школы, все, казахская школа. Прихожу к ним там, проверять урок футбола. В спортзале, в большом, хороший спортзал, занимается одновременно 5 классов. Какой футбол? Какой футбол, если там 5 классов в одном зале занимается? То есть это еще и ошибка преподавателей? Нет, нет. В чем ошибка? Это организационная ошибка. То есть для уже в новом там своем веянии нужно в школе строить 2 спортивных зала. То есть вы хотите сказать, что нужно больше заострить внимание, развить спорт еще в школах, да? Физической культуры, я говорю. Я сейчас спорт чуть в сторону отошел. Я физическая культура. То есть основа спорта, то есть там закладывает учитель физкультуры или там преподаватель физической культуры в детских садах. Вот я сейчас затронул эту тему, а она вообще, у нас она не рабочая. Работают, не работают. Есть педагоги по физической культуре в садах, но как они работают, мы пока не знаем. То есть нужно заложить фундамент ребенку, фундамент родителю. Ну, сейчас вот там тенденция идет, да, очень много людей любят играть в футзал, бегают на природе. Я сам, допустим, люблю, я так говорю, да, плохо бегаю на лыжах, но я... Каждые выходные я там на лыжне в Ханской роще. Очень много народу, семьями, просто взрослые, просто дети приходят с рюкзаками, у них там термос. То есть сейчас тенденция здоровый образ жизни. Да, конечно, да. Это в тренде сейчас. Да, раньше там покурить, выпить, да, было такое в советское время, как там люди собирались. А сейчас собираются где-то там поиграть. И это здорово. Нужно этим воспользоваться, Именно... Так, умственно, скажем, с подходом, с хорошим, привить детям в детских садах занятие, систематическое, циклическое занятие спортом, то есть вот, допустим, 3 раза в неделю, передать это родителям, и мы получим здоровую нацию, что сейчас пока... Немного хромает, да? Спасибо, Виталий Вячеславович. Сейчас я предлагаю немного прерваться на музыкальную композицию, а далее мы продолжим нашу программу.
Дорогие телезрители, мы продолжаем нашу информативно-познавательную программу «Коншуах» на телеканале «Акжаик». Я бы хотела вам напомнить, что, как обычно, мы работаем в прямом эфире, поэтому, если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, то звоните на номер 28 58 69 или отправляйте сообщение на номер WhatsApp 837-264-15. И нам уже поступают сообщения от наших телезрителей, я бы хотела бы их прочитать. Здравствуйте, передача «Коншуах». Хотим поздравить Виталия Вячеславовича, педагога со стажем, наставника, человека, знающего свое дело, умеющего работать с детьми. И хотим поздравить его и его коллег с наступающим днем спорта, пожелать крепкого здоровья и удачи. Так, с наилучшими пожеланиями, семикратный призер чемпионата мира среди ветеранов по греко-римской борьбе Нариман. О, там Кайрманов Нариман, да. Такое вот прекрасное пожелание от наших телезрителей. Спасибо вам большое. И вас тоже поздравляем с наступающим днем спорта. Получается, тоже, да, ваш коллега? Ну, он тренер. И еще одно поздравление и вопрос от нашего телезрителя. Поздравляю всех спортсменов нашей области. Отдельное поздравление и благодарность вашим гостям студии, мастерам спорта. Это спортсмены советской закалки и очень ценные кадры. Спасибо. Здоровья им и благополучия их семьям. Вопрос. Раньше в школах было много секций по физкультуре. Дети занимались разными видами спорта. Сейчас в школах только тоос-кумалах и борьба. Вопрос, почему нет других видов спорта? Спасибо за вопрос. Это мне вопрос. Значит, у нас регион один из немногих, где нет областного центра физкультуры. По всем регионам есть, кроме Караганды, Актюбинска-Уральска. Я думаю, он будет создан. А с чем это связано? Почему у нас нету? У нас был Уркен, но при прошлом Акиме взяли и закрыли. То есть, ну, там посчитали, что он ненужный. Ну, это ошибка. Это мое мнение, это была ошибка большая. Уркен был нужен. Ну, сейчас, допустим, он должен называться, ну, вот как в республике, научно-практический центр физической культуры областного управления образования. Как вот туризм есть, такой должен быть центр. Ну и сразу же возникает следующий вопрос. Вот, допустим, при туризме есть станции туристов. То есть нам нужно создание в системе образования, и это будет. Хотим мы этого или не хотим, это будет, ну, не в этом, на следующий год, я думаю, 100%. Детско-юношеские клубы физической подготовки. Это где учителя физкультуры будут получать там свои там доплаты вот именно за эту работу, за кружковую, так называется у нас, мне немножко режет это секционная работа. Это, то есть он будет набирать группы физрук и работать по своему профилю, который он есть. У нас там взяли, ввели урок футбола, третий урок, да, но он немножко рушит нашу там систему физкультуры вообще. Но в целом, ладно, согласились, но физруки такое дело, понимаете, у каждого физрука есть там своя специализация. Кто-то футболист, а кто-то волейболист. И хотелось бы, чтобы он профессионально подошел. Допустим, если он волейболист, пускай он идет в волейбол. Если баскетболист, как вот у нас есть там в первой школе, да, физруки, там баскетболисты, к ним нет никаких претензий. Они лучшие в нашей области. Ну, одни из лучших, так скажем. Ну, дай бог им здоровья. Пускай они ведут там баскетбол. А если там тоос-кумалах там, или так далее. То есть он должен заниматься. У нас, допустим, в 47-й школе, 50-й школе сейчас уже ведет там бадминтон. Тоже там динамичный, хороший вид, развивает зрение. Вот, кстати, у нас есть некоторые школы такие, да, специализированные для слабовидящих. Вот туда нужно внедрять такие виды, как настольный теннис, бадминтон. Это именно для развития зрения, виды спорта, реакции зрения. Поэтому мы придем к этому. Просто очень жаль, что мы идем медленными шагами. То есть в будущем откроются по другим, да, уже видам спорта? Откроются детско-юношеские клубы физической подготовки. Которые будут контролировать? Да, которые уже будут. То есть, а контролировать будет областное управление образования через центр физкультуры или, может быть, как сейчас мы работаем в системе там, туризма, отдел. То есть это будет, мы к этому идем, и там сама тенденция, мы все равно к этому придем. Просто хотелось бы пораньше, чем попозже. Поэтому вот, там года убегают, но мы к этому придем.
и мы будем развивать, и все виды спорта будем развивать. Как, допустим, вот я вам скажу, да, там в Казани, у них во всех школах мальчики занимаются там поясной борьбой. Татарская борьба, борьба на поясах. Почему у нас там казах-курест, допустим, там, что у нас там, греко-римская борьба, да? То есть там борьба в обуви. По-моему, у нас там самбисты еще, да, в этом. Вот, надо развивать, где-то в школах есть там маленькие какие-то спортивные залы, стелить там ковры, и пусть пацаны борются. То есть это же будущие солдаты наши, защитники Родины. Они должны уметь практически все. Навыки там туризма, это полезно. И единоборство все равно, наверное, это полезно для мальчика. Вот. Хорошо, спасибо, что поделились своим мнением. Мы тоже очень надеемся, что в скором времени будут и больше возможностей заниматься спортом, физической культурой и для детей, и для учеников. Ну, как мы знаем, что сегодня год молодежи, ой, день молодежи, да, извините, Международный день молодежи. Вот как, по вашему мнению, насколько молодежь активно занимается спортом, здоровый образ жизни соблюдает? Как вы считаете? Или недостаточно? Ну, я вот там обходим Сергея Николаевича. Вот. Ничего не вот. Но тем не менее, да, вот я считаю, в нашей области молодежь активно занимается. Я вижу, я сам на велосипеде, на лыжах. Ну, бегать мне тяжело при моем весе, но тем не менее, там где-то плаваю, езжу, смотрю. Очень много людей, которые... своих, то есть там молодежь, они еще молодые, но у них уже семьи, и они тягают своих детей, заставляют где-то. Вот в этом году у нас футбол шел, футзал. Есть ассоциация футзала, ребята работают, молодцы. Приходят болеть за своих там мужей, братьев, братьев, да, жены с детьми сидят, значит, на трибунах и болеют за своих футболистов, которые бегают. Ну, это там что не может быть здорово? Это здорово, когда семья в едином порыве. То есть с детства уже ребенок привыкает? Нужно прививать, видеть. Да, нужно прививать. Вот, нужно прививать хорошее, там, спортивное, именно хорошее настроение. Когда занимаешься спортом, да, выполняешь какую-то там нагрузку, ну, для меня сейчас, там, значит, там ближе для него, выполняешь нагрузку, усталость приходит, и получаешь удовольствие. Это как наркотик спорт, понимаете? Ты начал, но он такой там полезный наркотик для здоровья. Он развивает и сердце, сердечно-сосудистую систему, ну и весь твой организм. Мышцы в тонусе, это всегда хорошо. Сергей Николаевич, добавь. Я думаю, ну, что... я могу, конечно, добавить, видя, опять же, свое мнение собственное. Раньше, когда не было интернета и прочих моментов, куда ребенок шел? На улицу играть. На улице, да. То есть была школа, где проводили время. Все свободное время после уроков мы были, после помощи там, родителям, проходил на улице. На улице были игры, те или иные. В каждом дворе кто-то в футбол играл, в волейбол играл. Ну, как бы молодое поколение тянулось за родителями или там за старшими. Как ребенок приходит к пониманию, что надо спортом заниматься? Ну, либо, значит, родители приводят, которые хотят, чтобы ребенок чем-то занимался и убивал свое свободное время. Либо, как у нас осенью наборы идут, тренеры приходят в школу и целыми классами записывают к себе в группы, в секции, наборные, так называемые, начального обучения. И кто-то остается, кто-то дальше, кому-то нравится, кому-то нет, кто-то меняет. Я вспоминаю свое. Я начинал как-то волейбол. Сан Саныч пришел у нас и записал весь Андрианов. Класс. Андрианов, да. И записал весь класс в волейбол. За волейбол. Мы пришли в третью школу, и там было в этом маленьком спортзале человек, наверное, 80. Ну, что там это? Сетка одна была, куча мячей, это все. Мне не понравилось, хотя у меня мама занималась волейболом. Вот. Мне это не понравилось. И я, ну, я люблю лес и тишину, скажем так, и горы, и что-то, и снег, и более к зиме. То есть, вот. Поэтому мне это не понравилось. Я ушел вот туда, следующий вид спорта. Это нормально, когда я и сам сейчас часто в Москве, допустим, подходит там бум после Сочинской Олимпиады, и мамы, папы повели детей на лыжи. На лыжи. И приходит такая мама с одноклассником и говорит, а когда моему ребенку заниматься на лыжах? И здесь мы говорим, что вид спорта очень тяжелый, и нельзя всему свое время. Поэтому лучше ваш ребенок должен заняться гимнастикой, бегом, плаванием, подвижными играми, чтобы быть всесторонне радить. А если он
годится он для нашего вида спорта после всяких тестирований, тогда мы через там, 5-6 лет, как обычно, с 5-6 класса школы, вот тогда можно уже приступать к лыжным занятиям, потому что достаточно тяжелый вид спорта с большим воздействием на организм. И здесь момент такой, что вот я сказал, что ребенок как приходит, либо так, либо так. Редко дети сами приходят. Вот ребенок, он еще маленький, он у него в голове много. И в основном за компанию приходит. Кто-то пошел, друг пришел. Вот здесь вопрос, создать для детей вот эту вот такую, как ослик за морковкой идет. То есть интересную вещь. Что надо сделать, подумать руководству, ну, со специалистами. Что надо сделать, чтобы дети потянулись опять в секции. Чтобы им было интереснее, чем это был интернет. Да, вот у меня дети тоже, они все в интернете, хотя у нас интернет запрещен, телефоны на тренировках запрещены, и я же в Москве, скажем, очень так жестко относится к этому делу, там телефоны достаточно ограничены. Почему? Потому что, опять же, возвращаясь к физиологии, биатлонистами было проведено исследование воздействия телефона вообще на стрельбу. И вот те, кто вечером сидел в телефонах и общался там в соцсетях или где-то еще что-то, утром выходили на тренировку, у них было очень большое отставание в стрельбе, потому что зрительный нерв так сильно не устанавливает, устает, и глаза не реагируют там, как тебе надо реагировать. Поэтому в большом спорте телефоны ограничивают и дают очень узенькое время, чтобы ты это успел все это сделать. Это опять же про большой спорт. У меня родилось там предложение руководству даже страны, скажем так, да? Надо вообще отключать детям интернет на определенное время и на ночь тоже, да? Вот вы знаете, как у меня... Как Лукашенко, может, не надо? Как Лукашенко, да. У меня так случилось, что у нас, значит, это... там сгорел модем дома, и сын это... Я утром встаю, я говорю, я на рыбалку. Он говорит, пап, мне делать нечего, я с тобой поеду на рыбалку. То есть у него интернета нет, у него нет ничего, что там что-то дома его может задержать. Мы собрались с сыном, поехали на рыбалку. То есть нужно детям дозировать это все. Это все прекрасно знает, но это нужно, я не знаю, на государственном уровне как-то это решать. Потому что мы там зашорены интернетом, мы зашорены всякой грязной информацией, которая нам не нужна. Мы, тем не менее, я понимаю, там 21 век, но как создать там здоровое государство, это вот нужно как-то государством там задуматься об этом. Потому что сейчас вот у нас онлайн-обучение, так называемое, да, удаленное, ждет нас. Голова кругом идет. Спасибо, Виталий Вячеславович. И здесь еще вопрос от наших телезрителей. Но у нас время подходит к своему завершению. Но все же, думаю, в своей завершающей речи вы послушаете нашего телезрителя. Он просит вас. Ну, сейчас я прочитаю, о чем он просит. Доброго дня всем, с праздником. Спортсмены очень веселые, жизнерадостные люди. Есть ли у них любимый анекдот о спортсменах? И в завершающей речи ваши пожелания и анекдот. Ну, давайте так, что анекдот. Там боксеры там почему там быстро ездят на машинах? Там боятся забыть дорогу. Всех с праздником, с днем спорта. Спасибо, Виталий Вячеславович. Ну, я анекдот не буду рассказывать, как бы достаточно. Я присоединяюсь. Спасибо, что пригласили. Я также присоединяюсь к поздравлениям ко всем. Хочу пожелать всем заниматься спортом, не обязательно профессионально, для здоровья, потому что это залог вашей хорошей работы, залог крепкой семьи, залог того, что дети продолжат ваши начинания и все жизненный путь. И поэтому движение – это жизнь. Спасибо большое, Сергей Николаевич. И вам желаем всего самого наилучшего, успехов в вашей работе. Конечно же, побольше благодарных, талантливых учеников, которые будут защищать честь не только нашей страны, но и покажут себя и на Олимпийских играх. Очень надеемся на это. Поэтому спасибо вам за то, что приняли участие в нашей программе, за такую информативную беседу. Уважаемые телезрители, поздравляем вас с наступающим Днем спорта. Спасибо вам, что были с нами. С вами была программа «Коншуах». Будьте здоровы, занимайтесь спортом и берегите себя. До новых встреч. До свидания.